Лечение прополисом простудных заболеваний кашля применяется в народной медицине. Он помогает в течение нескольких дней избавиться от кашля, боли в горле, насморка и других симптомов простуды. Также способствует укреплению иммунитета перед болезнью. Прополис обладает антибактериальными свойствами, противомикробными, иммуностимулирующими, противовоспалительными. Он незаменим при изнурительном кашле. 5 грамм измельченного прополиса засыпаю в бутылку и заливаю 45 мл спирта. Ставлю в темное место на 10 дней, ежедневно встряхивая. Далее процедить, и лекарство готово. Лучше, конечно, приготовить сразу двойную норму, чтобы такое целебное лекарство стояло в домашней аптечке. Употребление. 0,5 стакана горячего молока добавить 20 капель настойки. Сочетание прополиса и молока дает особый эффект. Помимо лечения простудных и легочных, улучшается общее самочувствие, успокаивается психика, улучшается сон. Если вам необходимо приготовить раствор для полоскания горла и промывания носа, настойку необходимо разбавить 1 к 10 водой или эфис-раствором. Будьте здоровы, не болейте! Друзья, обязательно подписывайтесь на наш канал, нажав на красную кнопку под видео «Подписаться». И не забывайте нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео. До скорого!